Отомстим бретонцам за оскорбление, которое они нанесли. Прислал сюда так мало солдат. Приветствую вас, друзья, с вами Верус. Мы должны напасть. Так, здесь, конечно, восстановить сейчас... Кого мы возьмем для восстановления тебе в итоге? А, дружище? Кого тебе дать? По ком звонит колокол там вдалеке? Карнозаврика? Не, по доходу мы вывозим. Доход спокойно вытянешь. Карнозавр нам сейчас-то не сильно нужен. Монстров как таковых нет. Ну, пусть будет. Пусть будет для разнообразия, да? Ну, должен быть уже. Лизардмен у нас в команде. И с лесными я хочу попытаться договориться. У нас как бы после патча... А, ну, здесь можно в тобой довериться. Гарпий сливает. Прям вот за милую душу. Пополнение отрядов. Пополняем. В плену. Дальше добиваем. Ну, мамонтенка зачем? Только хотел сказать, мамонтенка не слей. Мерзавица. Ну ладно. Зато у нас... Явный фаворит, да? Если выбирать между гарпиями и волками, то... Гарпии нам ничего не стоят. Ох ты, Готрек! Ты ли это? Готрек и Феликс сюда прям прилетели на крыльях ночи. Мчали, судя по всему, изо всех сил. Мы могли бы сейчас их даже начать штурмовать, если бы не слил этот пару отрядов. А на данной земле мы нанять их не можем, к сожалению. Так, а может, давай дополнительный шанс воровать предметы. А мы не успеем и вернуться и туда, и сюда. Можем захватить Манфор, в принципе, на какое-то время его взять. А, в оборот. Я его вообще не планировал сейчас захватывать. Но чтобы эти бретонцы не укрепились, наверное, стоит. А мы как раз можем восстановить потери. Но раз тут Готрек и Феликс, надо их уважить, надо их посетить. Вот сейчас вообще без зазрения совести мы грабим. Теперь... Ну, пусть оккупировать будет. Понижаем уровень поселения прям до минимума, как раз минус 2. Мы в таком бы жить не стали. А вам оно сойдет. На следующий ход тогда даже не гарпий, наверное, возьмем. Там посмотрим, кто у нас прибудет ко двору. Время покажет. Время покажет. Так, флотоводец, у тебя получается уже основная постройка прокачана до максимума, поэтому мы можем развивать дальше тематику, доход от разорения поселений. Но это нужно перебросить тебя как можно ближе. Кистень, ливень, душ, бронзовый котел заменяет небесный котел, а ну давай. Посмотрим, что там у нас за замена сантехники. Отсюда ты не дотянешься. Да? Ну, естественно. Кружочек маленький. Здесь вообще внутри мы не поддержим. И в борьбе против лесных эльфов тоже. Так вот, после патча, да, как-то лесные эльфы сейчас к нам относятся более-менее. Ну, когда мы играли за лесных, с темными там что-то вот даже вась-вась может и получится якобы. Нам говорили, отношения улучшаются, договориться есть вариант. Про сестрицу королевна их уже забыла. А вот Эотайн отправляет стек. Ну, у меня, конечно, не такое паломничество было высших эльфов. Мы, скажем так, успели покинуть пределы и укрепить оборону. Так что отбиваться на Альбионе не приходится. Хотя некоторые писали про это, да, что на Альбионе сидят, а к ним паломничество высших эльфов просто
пачками, пачками туда отправляют войска. На мясопереработку поставляют рабочую силу, скажем так. Так, Готрек и Феликс свалили куда-то. Ну, как так? Вы чё? Мы ради вас тут все это делаем. Ну, ёптель-моптель. Не, ну я так не играю. Прям как Карлсон, знаете. Вот и ты решил вернуться, да, дружище? А это плохо. Хотя Маринбург он не пройдет. В любом случае, он, если должен напасть, то только исключительно на Маринбург. И тогда нападение на войска продолжаем. Успех. А где восстание неизбежно? Ну, в Вальдорфе у нас уже оборона имеется. В этом плане тут... Я не переживаю даже. Как-то даже не ёкнуло ни разу. Кровавый котел. Варись, котелочек. Ну, как мы уже отмечали, да? Темные эльфы, они не шутят. Если они говорят, кинь в них котел. В них летит котел. Если говорят, якорь мне в бухту, пусть будет так. То им прям якорь в эту бухту и паркуют. В этом плане. Они шуток не понимают. Можем еще диких стегодонов двоих нанять. Но это примерно так же, как и мамонтята. Они чисто под слив. На самом деле. Я за всеми не услежу. Нам-то еще и так-то карнозавра. Под небольшой слив. А ты с кем воюешь еще? Бастонище. Ты воюешь башкадавами. Ну, легион курганов. Мы бы могли еще гномов помочь перебить. Ему. Чтобы увеличить влияние генчика. Так, ну ладно, давай, да. Мясные создания. Только не говори, что Готрек и Феликс ушли сейчас, покинули тебя. По идее, это стек там, из себя хоть что-то представлял. Полностью его не должны были рассеять по ветру. Но пока продолжаем. Вынужденные захваты. Я даже эти регионы могу слить. При необходимости и без необходимости. Ах-ха-ха-ха-ха-ха! Какая жаль! А монолиты нам сейчас могут разрушить. Не, деньги есть, в принципе, я могу себе позволить собрать полный стек. Призвать монстров, да, различных. И просто уничтожить высших эльфов. Не такие уж они и сильные здесь. Но это будет очень-очень затратненько. Не в духе наших. Давайте совершение обряда сейчас попробуем. Куда отправим в этот раз? Чародейки Грунда, Черный Дракон, Законы Старого Света, Загоны, Иллюстрийская Экспедиция, Рынки Зверей. Из Нагаронда. Ну, то есть это получится у нас кто, скорее всего, будет? Гидра Харибда? Ну, давайте проверим. А, Мантикора... Да ладно, Мантикора и Гарпии. Я вас умоляю. Оно того не стоило. Оно того вообще не стоило. Эх, ну ладненько, давайте. Может, попробуем армию гарпий собрать. Для эксперимента. Повелительница ужасов, Верховный Укротитель, Верховная Чародейка. Можем Верховного Укротителя. Смертоведьм. Шанс получить магический предмет. Ну, наверное, надо что-то выбрать. Ладно, давай ты.
тебя хоть уровень вроде бы, в основном стратегические навыки. Ну, еще что-то из вспомогательного, я надеюсь, будет. Есть уникальные отряды, которые также можно использовать. Кстати, колесницу дальнего боя можно будет Ракарту как раз подтянуть. Это его профиль. Это его однозначно профиль. Подтягиваем чуть волков. Чуть этих мерзавок. Сейчас просто бешеный минус будет. We're going to need a bigger cage. Раз. Ну и давай знаменитый отряд наймем. Можем арбалетчиков, смертоведьм подтянуть. Пусть будут. Потому что это мясо все равно не справится. Сколько у тебя? 14 отрядов. У нас гарнизон состоит из 6, плюс здесь 12, 18. Давайте еще парочку. Парочку. Мантикору для затравочки полководца вражеского взять. Давайте мантикору. Вот так. 13. Чертова дюжина. Мне нравится. Такой расклад меня устраивает. 13 бойцов. Вполне, вполне удачное количество. Можем себе позволить. Как там дела, маленький? Мы сейчас Кларкоронт разобьем, если еще столицу отожмем. Там уникальные постройки, которые усиливают. Неплохо. Мы можем предложить гномов шатнуть. Ну что нам это стоит, правильно? Шрайк бы при этом еще усилить. Ладно, пока что не улучшаем отношения с вами. Мы войну еще объявим. А вот они высшие объявляют нам ультиматум. А, тут еще Великий Орел. Ну ничего, Магесу как раз мантикора нагнет, а потом займется орлом в воздухе. Погнали. Погнали. Шансы выиграть есть. Полностью стек забивать я не стал. По двум причинам. Первый. Чтобы сохранилась интрига, по второй причине банальная жадность. Куда без этого? Тем более темным эльфам не пристало свои пороки скрывать. Ими нужно гордиться. Так, чуть отступим назад. В этом лагере полностью можно размещаться. Значит, как прикрытие фланга мы его не используем точно, лагерь. Можем вот этот. Не знаю, как назвать. Это уже не лагерь даже, да? Это усадьба. Даже, скорее всего. Можем ее использовать. Просто отступить. А, ну здесь граница. Вот буквально бы здесь граница прошла. Сейчас идеально. Защищаться можно было. Ну да ладно. Отступили все назад. Мечи выходим вперед. Тенская стража, давай чуть-чуть сбоку встанем. Вы стреляете на 140. У нас арбалеты бьют дальше. Причем эти арбалеты бронебойности и ображают. Отражение выстрелов. Бронебойностью обладает хороший и уменьшают шанс отражения выстрелов. Можем слот Тенской стражи чуть-чуть зацепиться. Только нужно будет в последний момент подойти поближе. Вам. Мантикора тут. Один отряд копейщиков на фланг. Второй тоже. Ах, волки. Лесочек такой хороший, но вряд ли там удастся вас спрятать хорошо. Придется здесь.
далековато. Ну, пусть будут. Кстати, можно гарпиями в бой не вступать, а отвлечь врагов. Поставить двоих у них в тылу. Смертоведьмы точно под ударом могут оказаться. Расстрельные команды подальше. Подальше вас и погнали. Посмотрим, кто кого. Хотя здесь уже верят в нас больше. Здесь верят больше в нас. Отлично. Лотернская стража сюда выдвинулась. Лотернская стража — это очень хорошо. Причем Лотернская стража выдвинулась, такое ощущение, что расстреливать и этих гарпий. Хотя нет, это копейщики простые. Колесницы. Сваливайте, сваливайте куда-нибудь сюда. Гарпии, забейте сейчас в угол. Выступаем чуть вперед. Вы уже расстреливаете Лотернскую стражу. Отступили. Наши арбалетчики пока работают знатно. Прям очень знатно работают. Смотрите, Лутернскую стражу за счет пробиваемости шатают и пока не замечают. Волки, выходим. Ваш выход. Пусть кавалерия здесь еще маячит, но это ваш выход. Давай начнем с тебя. Перекрыли, перекрыли. Арбалеты. Переключились на этот фланг. Гарпии. А ну-ка попробуйте колесница нагнуть. Разрываем. Все, копейщики забыли. Вы сдержали кавалерию. Бежать, гупики! Так, колесницы в итоге выгоняете. Ну, сойдет, ладно. Это не так важно. Победа близка. Если еще и парочку отрядов сольем, ну, чтобы не платить содержание. Прям цены не будет этому сражению. Так, вы как идете? Ну, приторможенность ваша уже пропала. Так, собаки слились. Быстренько слились, 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 слились. А, они побежали. Обидно.
они не помогут нам понести дополнительные потери. В итоге, в лучшем случае, мантикору мы не потеряли. Один отряд волчар лишь. И то не факт. Но завершаем бой незначительным победам. Этот стэк можно отправить помогать войне. Пока денежки запасом. Допустим, их не укомплектовывать даже. Не, потерь вообще нет, кстати говоря, у нашего стэка. Тут все тихо, спокойно. Берем рабов. Здесь, конечно, меч есть, но второй стэк просто может помочь одновременно два города сейчас забрать. То есть мы подводим два стэка, маленький штурмует, берем, и второй начинает сразу же атаковать другой. А ты что, войну хочешь мне объявить? Нет, договор разрывает. Причем мы воюем против его врага, все хорошо, но ему это... Такое ощущение, что по барабану он хочет напасть на Манфор, на тот же. Сейчас, наверное. У них тренд сейчас атаковать темных эльфов. Исключительный тренд. А мы слишком глубоко ушли в Бретонские земли. Ну, покинем сейчас, если что, Манфор. Договор о ненападении просят не так много денег. Ну, окей, ладно, давай. После того, что мы маленькие тут выплачивали. Обижать потенциальных друзей не станем. Рекорд. Вот они. Готрек, верная душа. Ну, Квинель причем имеет гарнизон неплохой. Пришли ревущие стада. Предлагаю Манфор покинуть. Покинуть Манфор. Паравон тоже денег особо не приносит. Ремонтировать я не собираюсь, деньги тратить. Можем разрушить вот только вот эти постройки. Дабы получить бабла побольше. А тут сколько ты дашь? 480, ладно, подождем. Пока рушим. Если вспоминать тот же Medieval, да, или Первый Рим, там читер на, что... сносились тут же постройки, поэтому ты в последний момент перед тем, как потерять или сдать поселение, мог еще и бабла с него собрать. Yes, with noble purpose. For Nagaroth. Добивай мерзавку. Power awaits me. Ох ты, подожди, зловещая поляна. И ты воюешь против Кларкаронда, да? Это ты у них отобрал поселение. В принципе, мы сейчас начнем воевать против потенциального союзника, но против него также маленький. Можно усмотреть какой-то сговор Тириона с Маликитом? Кто кого еще переплюнет в безумстве, да? Здравствуй, конец времен. Просто в этот раз, похоже, решил не отставать, Маликит. А поддержать Тирионом. Но с Кларкарондом у нас отношения в любом случае не улучшаются, даже с наличием общего врага. Так что наносить удар по высшим эльфам сейчас не будем. Наша задача это... Так, если в любом случае обходишь. Next destruction. Be quick. Так, ну ладно, ты в любом случае дотянешься. Ускорение тебе использовать нет необходимости.
tyrant of Naggaroth. И тебя подставлять не стану сейчас. Но не буду тебя подставлять. Могут еще здесь иметь высшие эльфы какой-то стек, напасть. Но нам надо сейчас эти проблемы. Коцаем. Чем меньше бойцов будет в армии, тем меньше они будут грабить. Да, негативный эффект, порядок нарушают. Там. Ничего, все будет хорошо. Мы в этом уверены. Готрека и Феликса сейчас тем более накажем. Они примут бой, но в них не верят. Просто говорят хлам. Хлам, недостойный, дисциплина, указанный отряд. Ну, давайте, гарпии, бейтесь до последнего. Че за карта? Если леса не так много, то можем сразиться Готрека и Феликса. Нормально. Все-таки Готрека и Феликса. Не факт, что еще в этом прохождении увидим. Да. Ну, может, они к гномам наведаются, они ж к людям либо гномам приходят. То есть бретонцы, там, имперцы, тили, истали, все фракции гномов. Они всех могут навестить. У Кислева я не помню его. Я их хоть раз встречал вообще? Было нечто такое? Было. Где займем местечко? Рельеф не особо благоприятный. Но, наверное, придется вот здесь на холме выстраивать наших. Чтобы артиллерия могла себя показать. И все остальные. Хотя этот бой принимает, смотрите. Луи Плетка хочет подраться. То есть Луи Плетку мы можем сейчас отхлестать. Мамонтенка оставим прикрывать. Начинаем. Вы вот сюда все заходите. Мы наблюдаем, как Плетка, так-то Ракарту практически родное прозвище. И очень близкая к каждому темному эльфу. Насколько близкая, это уже зависит от предпочтений отдельно взятого темного эльфа. Так, все, вы сюда передвигаетесь, мамонтенок с ним справится. Драконы на фланге. Гарпии сюда. Наверное, вы на фланг. Живучий, смотрите. Либо мамонтенок. Слишком добрый. Сказ о добром мамонтенке. А может, его просто приручили уже. Приучили к Плетке. Что, мол, Плетку не трожь. Плетка, она и гладит, и наказывает одновременно. Первое время тебе кажется, что она наказывает, но потом темные эльфы делятся своим теплом с тобой, и ты понимаешь, что она согревает и дарит удовольствие. Ускоряемся. Ждем бретонцев в гости. Кстати, вы как стреляете? 160?
Наши тени не переплюнут вас. Придется, если что, подводить поближе. Ждем. Где там Готрек и Феликс? Они не как полководцы сейчас отмечены. Вот оно. И один, и второй. Кумиров миллиону будем сейчас унижать. Да, кумиры? На глазах у ваших поклонников. Ждать. Так, отлично. Гарпий, заходим сюда. Парочку лучников вам оставили. И тут не успел. Хотя не, плюнуло. Плюнуло прям в упор. Надо было на паузе посмотреть все-таки. Хотя нет, зачем? Мантикору просто призови. Вы не убегайте. Хотя кавалерия хорошо нанесла здесь удар. Огонь. На взлет. Крестите ваши струи, господа! А нет, одновременно не получилось, жаль. Символично, что они рядышком сражаются. Гнома свалили первым. Белый кусь. Я думал, ты так падаешь долго. Но ты просто бежишь. Кто-то должен рассказать о славной смерти гнома, который искал искупление своих грехов. А, ну тебя не отпустили. Ну такие вот жестокие они. Эти самые темные эльфы. Так, мы гарнизон вытаскивали, поэтому по-хорошему добивать надо. Так, все, гидра с мамонтенком, не спаривайтесь там. А то уже были всякие там предположения. По змеям Горынычам. И как их могли бы создать темные эльфы. Так, мамонтенок, давай, ускоряйся. Добиваем. Никого не отпускаем. Чем больше добьете сейчас, тем легче вам будет потом. Флеер? А, мне показалось, лучник у нее нарисован. Думаю, что это как-то... Маг прячется сейчас под личиной стрелков, чтобы я за ней не гнался. Но смотрю, вроде бы практически добиты стрелки, да? Значит, не выживут. А тут бац, и маг.
Все отлично. Может завершать даже. Решительная победа, безусловно. Ну, этот бой мы должны были выигрывать закрытыми глазами. Главное было открыть глаза, когда пал Готрек. Ну, а когда Феликс там споткнулся и упал, мы отвернулись. Я думаю, это как раз достойная смерть. Для одного и для другого. Восполняем потери. Готрек побежден. И Феликс тоже. Несокрушимость. Такой мелкий бонус, но все равно в коллекцию, да. Неплохо. В принципе, еще достойно они покоцали Роккар. Ну там расстреливали свои. Давайте будем еще честны. Там не исключительно заслуга. Неукротимость уже смысла качать нет. Нас никто не сломает. Роккар никогда не отступит. Ну а вот дальше навыки нам еще пригодятся. Личные, прежде чем качать армию. Разорить. Просто разоряем. Квенель можем даже сейчас и не захватывать. Мы со своей задачей справились. Меня все устроило в этом походе. Рабов отправили домой тьму. Денег награбили. Готрека обидели. Темных всадников, колдунов. Ну ладно, восполнение потерь плюс рост здесь в провинции еще нужен. Оставим. Хотя этих коней часто игнорирую, даже не возвожу уникальную постройку от нее. На данный момент проку не так много. Столб хатека, столб хатека. А быстро еще скавинов тут темные эльфы разнесли. Ты что, войну решил мне объявить? Нет, предлагает договор ненападения. А ну вот этот вот искусственный интеллект я узнаю. Сначала разорвать договор, потом еще платить нам деньги, чтобы заключить вновь. Такое мне нравится. Маликит объявляет войну сестрицам. Но я думаю, сейчас придется с ним повоевать. Тем более Дуртху, судя по всему, нам объявляет войну. Дуртху объявляет нам войну. А этот собака подтянул силы, а? Словно чувствует. Ну и паравоны уничтожены. Может, зеленокожие вон поднимут стяг. С ними хотя бы договориться. Хоть они будут вменяемы к нашему удивлению. Тем более, вон они империю не любят. Договор о ненападении. Да, запросто. Право прохода. Да не вопрос. Денег попросить. Ну, не дадут. И ладно. Хотя, ну, за договор можем предложить небольшую выплату. За 300 вас купить. Там мы скорее не 300 удали, за 300 накупили всяких жубов и отсыпали им. Паравон для нас ничем не уникален, ну кроме ресурса. Покидаем. Пока сиди здесь, восстанавливай потери. Раз темные эльфы объявляют нам войну... Ой, темные эльфы. Лесные. Ну, Дуртху не самый главный. Чаще всего все равно Орион конфедератит. С ним можно будет, я думаю, договориться. Это неадекватное дерево просто попалось. Это слишком неадекватное дерево.
Но у тебя щита нет, чтобы отражать выстрелы. Оно тебе не пригодится, подруга. Боевая моя. Давай убер Шрайк. Тут рядышком гномы. Ай, мы знаем, что они тоже скоро нападут. Хотя ты до нового поселения не дотянешься. Lord of the Black Court. What now? Ну, все равно используем вторую атаку. Speak. Speak quickly. Do you wish to die? Кстати, speak. Это может быть тоже коварный план Маликита. Мы же сейчас, захватив эти земли, будем щитом для него. От Алита Нара, которого он побаивается. Ну, давайте будем честны. Он его побаивается. Оборонительный союз еще не готов подписывать. В принципе, либо оборонительный союз, но право прохода не даст. Удивительно. Давайте сделаем так. Через его земли мы пока что не планируем идти. А оборонительный союз на отношениях скажется. Cruel Dreadlord. Be quick. For Cain. Withdraw. Да не, наши выиграют. У нас меч, но баланс не в нашу сторону. Меч с нами. Правда, искусственный интеллект говорит, мы проиграем. Вряд ли, но вот потеряем многих. Ладно, подожди. Сейчас, скорее всего, придется штурмовать лично. Это мы покидаем. Это мы осаждаем, я в курсе. Че еще? Поврежденная постройка, это мы тоже сейчас покинем. В Рейкленде очередное восстание. У нас еще это не успело разбиться. А наши стены, это уже новое. Там еще первое восстание, давайте отметим. Оно из этой провинции вышло. Но кроме тебя никто с нами сейчас общаться не захочет. Бретонцы обиделись. Гномы, естественно, по своей природе. Башкадавы. Удивительно, но мы нашли себе собеседника среди орков. Торговый договор возможен, только в теории. Отношения медленно растут. Клан Скрайер, кстати говоря. Можно будет либо с тобой договориться, либо с Орионом. Там уже как пойдет. Там уже как карта ляжет. Ну что, штурмовать надо. Надо штурмовать. Но можно оставить на следующую серию. В принципе, штурмы выиграны. No. Атаку на Кларкаронт. Отлон. До следующей серии, друзья мои. С вами был Вера. Всем добра.